500 рублей за этот скин? 400. 400? Я думаю, где... А подсказку можно дать? Я бы себе тоже бы такое хотел бы. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега Забербанана, а это Максим, мой сын. И сегодня я ему буду загадывать разные скины, а он будет отгадывать стоимость. Ты, в принципе, готов? Да, я готов. Слушайте, а сколько лайков мы попросим? 1500 лайков. 1500, и мы с ним записываем ролик в напарниках. Я думаю, это будет интересно. Давай твою активность, и мы обязательно это сделаем. Все, минутка спонсора. И начинаем. Перед вами сайт HellStore. Работает с 2015 года, а это означает 5 лет. Этот сайтик радует нас. Тут есть два режима игры. Первый — это Coin Flip, это подбрось монетку и шансы 50 на 50. И второй режим — это Classic, это сколько ты денег поставишь, ну и такой процент ставки у тебя и будет. Давай, кстати, по коину и покатаем, точнее по классику. Залетаем сюда, нажимаем ставка, выбираем несколько предметов и поставим. 14 секунд до конца. В принципе, 62% на победу. Надо ручки натереть. Поехали, поехали, поехали. Поехали, поехали, поехали. Давай мое лицо. Звучит как ни странно, но я его хочу сейчас видеть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Да ну куда, ну близко было. Я-то ладно, для тебя подготовил сюрприз. Зайди на сайт HellStore, введи промокод Cyberbanana и получи ништяки. Ссылочку найдешь в описании. Ну как тебе мое царское место? Ну, нормально, я бы комфортно очень, я бы себе тоже бы такое хотел бы. Это в будущем. Но смотри, у тебя такое задание. Из моего инвентаря мы посмотрим 10 предметов. Ты должен угадать их стоимость. И если ты хотя бы 5 из 10 угадываешь, ну, близкое по значению число, то я тебе отдаю любой скин. Например, который ты хочешь скин. Вот я вижу. Вот там... такой вот юспик. А почему юспик именно? Может, подороже что-нибудь? Ну, именно вот такой. Ну ладно, хорошо, я тебе этот юспик отдаю. То есть тебе нужно собрать 5 баллов. Ты готов? Давай, кстати, с этого юспика и начнем. И посмотрим, давай, сколько стоит этот юспик. Ну, может быть, вот такой дигл. Может уже быть. Дигл. Ну давай дигл, хорошо. Открывай дигл. Ну в конце я решу. Хорошо, в конце решу. Давай, что мы первое открываем? Юспик вот или дигл? Юспик. Хорошо. Какая цена этого юспика? Сразу скажу, сразу, чтобы ты далеко не бегал, он не больше 1000 рублей стоит. Ну, где-то примерно 200-300, где-то так. Ты почти попал, да, это именно так, он стоит 240 рублей. И я тебе смело могу засчитывать 1 балл. Ребята, в комментариях, поддерживаю Максима, давайте, я хочу вместе с ним снимать контент. Если вы согласны, пишите «Хочу видеть Максима». Я буду видеть, и мы вместе что-нибудь еще сделаем. Окей, закрывай и летим сразу к диглу. Сейчас хочу лично к тебе обратиться. Братиш, меня смотрит 70% без подписки. Если ты еще не подписался, обязательно нажми на эту красную кнопку. Сделай ее серой, сделай мне приятно, и рано или поздно я все-таки повешу вот сюда, на эту стену, серебряную кнопку. Я очень это жду. Я прям мечтаю об этом. Ну и добавок, если ты уже подписался, напиши любой комментарий и поставь лайк. И 200 рублей в следующем видео забирай. А с прошлого ролика вот этот парень забрал 200. Как ты думаешь, сколько стоит этот дигл? А подсказку можно дать? Подсказку? Ну, давай, чтобы было тебе чуть-чуть посложнее. Больше 500 рублей и не больше 2000 рублей. Найди мне тот диапазон, который ты видишь в нем. Покрути, посмотри. Ну, примерно 1700-800, где-то так. 1700 или просто 700? Просто 700. Ну, я скажу, слушай, сегодня тебе везет, удача на твоей стороне. А что ты такой? Что ты такой довольный, улыбаешься, а? Ну, да, просто да, очень хочу. Да, этот дигл действительно стоит 700-800 рублей. Диапазон такой. Ты угадываешь и за первые 2 скина, ты уже получаешь 2 балла. Летим к сложному заданию. Я кое-что для тебя подготовил. Этот глок называется мода. Посмотри, какие смешные глаза. Это вроде девичьи, да, глаза? Хотел бы ли ты с собой себе такой глок? Нет. Я тоже, поэтому скоро его продам. И какая цена, как ты думаешь, данного глока? Я думаю, где... А подсказку можно дать? Вообще ничего не говорю, это уже усложняем, а то у тебя балл за баллом постоянно. Ну, где-то 1000, может быть, 2, может быть, где-то около 700-800, где-то так. Хорошо, окончательная цена, назови мне одну су, один ценник, назови. 1000. На самом деле этот глок стоит 1240 рублей. И если честно, я могу смело отдать тебе еще 1 балл, потому что ты был, да, действительно близок. Окей, летим теперь к 4-му скину, и ты уже близок к своей победе. Мой любимый нож.
поверхностная закалка. Я его выбил, когда у меня было подписчиков ровно 50 тысяч. Вот так. Может быть, в этом есть какая-то магия. А, да ладно, сюда! Скажи мне, сколько стоит этот нож? Он стоит 65 тысяч, где-то так, наверное. Ты что, смотришь мои стримы? Я обычно в этом все время говорю так. Ну, нет, я сам угадываю. Откуда ты знаешь, что столько стоит? Откуда ты вообще знаешь все ценники? У меня интуиция. Какая интуиция? Как ты можешь знать, сколько стоит вот этот нож? У меня интуиция такая. Я понял. И снова ты угадываешь, в данный момент стоит действительно таких денег. Четыре было. Ой, балла. Да, 4 балла, 4 предмета. Как так? У тебя остался 1 балл. Ну что, летим в следующем скину? Давай. Итак, SSG, пламя дракона из перчаточной коллекции. Ты посмотри, насколько он сочный. Согласись, выглядит очень достойно и круто. Как ты думаешь, сколько стоит этот скин? Ну, где-то около 2000, где-то так. Ну, может быть, 1, может быть, вообще 700. Ну, у тебя какой-то разброс по ценнику. Давай окончательная цена. 1200. 1200? Да, 1200. Или 2000, ты говорил до этого? 1200. Ребят, я не знаю, как это возможно, откуда он знает эти ценники. Ты вообще следишь за Counter-Strike или нет? Нет, я наугад бью. Да как так? И он 5 подряд берет. Да, это ценник именно такой. 1200 за этот скин. Ну что, 5 из 5, я тебя действительно поздравляю. Ты... В натуре красавчик, но я тебе предлагаю ва-банк идти. Давай, если ты 8 из 10 отгадаешь, я тебе помимо ЮСПА еще вот тот дигл отдам. Давай. Итак, Desert Eagle, рельсотрон, выглядит как пламя, но намного-намного дешевле. Как ты думаешь? Вот давай, сразу, один раз ценник называй. 1800. Ха-ха-ха, наконец-то! А вот и все! Всего лишь стоит он 80 рублей. Настолько дешево выглядит этот... А выглядит, согласись, круто. А он такой дешевый. Отлично! Балл в мою копилку, и у тебя 5 из 6. Хорошо, летим к следующему скину. М4А1С. Ночной кошмар. Коллекция Горизонт. Ты посмотри, насколько сочно в красках смотрится этот скин. Как ты думаешь, какая его цена? Ты что-то напрягся. Что-то дигл, да, уже? Думаешь, мимо кассы. Внимательно посмотри и скажи его свою стоимость. 900. Ты засчитываешь тут 900. В принципе, я бы тоже за него заплатил. Но его цена всего лишь 380 рублей за такой интересный скин. Что-то ты как-то, да? Что-то ты как-то поднапрягся, серьезно. Ладно, успокойся, все хорошо. Итак, 7 было предметов. 5 из них ты угадал. У тебя еще есть шанс. Летим к следующему скину. Хочу тебе сразу заверить, это стат-трек. А стат-трек всегда дороже, чем обычные скины. Это М4А4 Безлюдный космос. Очень многие любят этот скин. Тем более тут, кстати, голографические наклейки. И я тебе могу смело сказать... что ты просто обязан отгадать сумму этого скина. Скажи мне, сколько он стоит? 1400. Это твой окончательный ответ. На самом деле, да, это примерно та самая стоимость. Он стоит порядка сейчас 1500 рублей, но я смело могу отдать себе балл. Итак, 8 предметов, 6 из 8 ты отгадал. Летим к следующему предмету. АК-47 Императрица. Мой самый любимый скин. Он не статрек, но стоит денег. Как ты думаешь, сколько этот калаш стоит? 3000, где-то так. Да. Откуда ты знаешь? Я просто видел, что ты там говорил, что он 3000 стоит. Да, действительно так, стоит сейчас 3100 рублей. И я могу смело заявить, что ты уже получаешь себе вдобавок к ЮСПУ Дигл. Поэтому летим к самому последнему скину. Ты хочешь что-нибудь сказать сейчас зрителям? Ну... Я очень ждал, чтобы мне какой-нибудь скин подкинули. Очень ждал. Я угадываю. Мне остался один пост так на проверку. Да. Хорошо, летим к следующему скину. Я готов. Ты готов? Ну тогда скажи мне. Это, сразу тебе говорю, очень крутой скин. Но при всем том, что он очень крутой, ты посмотри, какое пламя. Он не так много стоит. Ну, в зависимости... А ты посмотри... Наверху наклейка какая крутая. Это же Dragon Lore наклейка.
Ну ладно, не буду томить, сколько стоит данный скин? Я думаю, где-то 500-400, ну скорее 400. Рублей? Да. 500 рублей за этот скин? 400. 400? Да. Да ты чё? Да. Он стоит 3000 рублей. 3? 3000. И это дешево за такой скин. Ладно, дружище, я на самом деле тебя поздравляю. В любом случае, ты отгадал 8 из 10. Это очень хороший результат. Дай мне лапу, я тебя реально поздравляю. Ставьте лайк, обязательно. Я хочу накопить 1500 лайков на этот видос. И обязательно подписывайтесь на канал моего папы. Ну что, как тебе видос? Согласись, интересная тема. И еще вдобавок, у нас уже тут семейный бизнес ютубовский получается. Если тебе зашел такой ролик, обязательно напиши в комментариях «Хочу видеть Макса». Я буду это знать, и я его буду чаще-чаще приглашать к себе на канал. Все, ребят, пока-пока. Посмотри вот это годное видео и участвуй в розыгрыше.